Нам поступило письмо с ассоциацией Южавтотранс и перевозчики на сегодняшний день повысить тариф на 70 тенге и в срочном порядке. В связи с тем, что, да, я согласен, на сегодняшний день солярка у нас КСМ держит в такую цену, но за запасные запчасти цена в 2 раза дороже стала. Как вам известно, все наши автобусы в основном являются китайские, то есть все запчасти у нас импорт. Дали поручение, что на первую сессию маслихата занести предложение о повышении тарифа на 70 тенге.